Ну, наверное, бюджет такого осторожного оптимизма. Я объясняю, почему. Для этого есть причина. Первое. Все-таки казна наша увеличилась на 2,5 миллиарда, несмотря на тяжелейшую экономическую ситуацию. Второе. В бюджете сохранен разумный баланс между тратой на социальную сферу и развитием экономики. Ну, социальная сфера, вы знаете, это приоритет, определенный президентом, губернатором. На нее тратится практически две трети всего бюджета, более 30 миллиардов рублей. В то же время просматривается акцент на развитие реальных сфер экономики. Вы помните, по прошлому году, когда давали льготы инвесторам, на 533 миллиарда дали льготы, мы получили от них налогов более миллиарда. То есть на один вложенный рубль мы получаем 2 рубля. Ну и, как говорят экономисты, постоянные траты на социальную сферу без развития экономики – это просто путь в никуда. Во время обсуждения бюджета многие депутаты обращали внимание на недофинансирование ряда статей. Это прежде всего газификация, водоснабжение, ремонт дорог, переселение граждан из аварийного жилья, предоставление детям, сиротам жилья, ну и ряд других моментов. Значит, мы полагаем, что все дополнительные расходы, доходы, вернее, 2017 года должны пойти именно на эти цели.